Хотим покататься на качелях. Вот такая высокая пальма. Вон она где. Вот он уже пробует, показывает, чтобы не боялись. Боится. Молодец. Это настоящий райский уголок. Его протяженность составляет 700 метров, а ширина от 10 до 25 метров. Он приобрел всемирную популярность благодаря своему мелкому золотистому песку, кристально чистым водам, а также великолепным эзотерическим пейзажам. Пляж имеет форму полукруга, засаженного множеством высоких широколистных пальм. Его инфраструктура развита на среднем уровне. Здесь вы не найдете ночных клубов и ресторанов, но вы сможете вкусно пообедать в одном из местных кафе, расположенных на берегу. Залезть, да? Да, ну, может, попробуем? Ребята пошли вперед, а я решил здесь немного поснимать. Красивое место, очень красивое место.
красиво. Нам нравится. Так. Такой пляж Долавелла. Да, действительно красиво здесь. Конечно, спокойная вода, риф. Где-то наша там женщина. Не найдет. А Надя, наверное, погонит за черепахами. Надя за черепахой гоняется. Там черепаха здоровая. Ты сняла? Да. А Надя где? Там черепаха. Она не успокоится, пока не утопит фотоаппарат. Здоровая такая черепаха. Большая. Вообще. Роб, веселье плавать. Веселье, пойдем туда плавать. Этот пляж называется Донавелла. Мы приехали, здесь отдыхаем. Место нам очень понравилось. Людей много, конечно. Здесь приходят черепахи. Ну, не очень нам удалось их снять. По-моему, была только одна. Ну, она больше метра по размеру. Ох. Красавица. Значит, дышать планирует? Все. Так идет. Пойду к Нину пофотографирую. Давай. Отключи. О, наши ребята попались. Ну что, как вам тут? Нравится? Да. Весенний. Да, да, супер-супер. Супер гуд! Держись, парень.
которые ловят рыбаки. Дальше пляж. До Доброты нашей это с километра полтора отсюда, может километр. Это место пользуется большой популярностью у дайвера, так как прибрежный водный мир славится своей экзотикой и разнообразием. Здесь вы сможете поплавать с огромными разнообразными рыбами, а также вблизи увидеть морского конька. Пляж Долавел отлично подойдет для семейного отдыха, так как из-за необычной глубины здешние воды всегда хорошо прогреваются. Любители активного отдыха смогут покататься на байдарке. Очень часто туристы удивляют местные рыбаки, которые выседают на тонких бамбуковых палках прямо около берега, чтобы порыбачить. Starry sky.